Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем проходить игру Черепашки-ниндзя-легенды, и сегодня мы будем с вами апать. И надеюсь, вы понимаете, кого, потому что большинство голосов проголосовало за Армагона. Да, ребята, мы будем его переводить в золотой ранг. Поехали. Да, он этого достоин. Я могу его прокачать до 80 уровня, причем в легкую. Ну что же, отлично все, да, у него получается 4 золотые звезды. Мне бы, конечно, хотелось бы по фулочке его, но пока не получится. Ну что же, я его поздравляю, а мы с вами начинаем дальше апать скиллы. Так, здесь мы, во-первых, обменяем с вами сюрикены. Так, здесь у нас навыки, давайте посмотрим, что здесь. Полный заряд, это значит, зэк уверен, что его энергия бесконечна. Усиливается на 20% на время боя, да? Это защита от воздействия. Слушай, мы не будем, наверное, ребята, это делать. Мне кажется, ни к чему. Давай-ка посмотрим, что у Стокмана. Мы можем... Во, вот это другой разговор. Дождь судьбы. Ну, мы все помним, да, это вот эта вот молния, которая, причем, может повесить постепенный урон. Я думаю, от этого как раз будет больше толку. Поехали. Есть. У нас с вами, смотрите, получается, что и стая судьбы, и волна судьбы одинакового уровня. Отлично. Так, давайте-ка посмотрим, что мы можем еще с вами прапать и где. Так, здесь у нас обмен просто происходит. Ладно, ничего страшного. Так, смотрите, у нас у Кирби мышь мы тоже можем обменять. И также можем прокачать навык. Навык нападения летучей мыши. Но это обычная атака. Давайте посмотрим, может быть, у кого-то что-то другое есть. Так, Кирби, значит, пока отдохнет. Так, что у нас у Бибопа? Ну-ка да глянем. Так, смотрите, ребята, у него можно прокачать боевой кабан, да? Вы помните, что есть вероятность сделать двойную атаку. И переключение передач. Вот. А, вот, кстати, вот двойная атака, а здесь, ребята, обычная, да, атака получается. Но скорость на 40% можно увеличить в течение хода. Слушай, я думаю, что вот это надо прокачать. Да. Переключение передач, поехали. Что? Блин, да ладно, не хватает мутагена. Вы представляете, ребята, мне не хватает мутагена. Ну что же, заработать-то мы его хотя бы сможем. Давайте глянем, может быть, в колоде, что у нас тут. Так, 50 всего лишь, этого, по-моему, мало. Так, карайка нам выпадает. Задание я сегодня, ребята, сделал. Видите, да, 9,5 часов у нас будет откат. Так что смысла сюда лезть нету. Также, как мы видим, здесь у нас жетоны. Кстати, я хотел посмотреть, сколько у меня их. Я собирал, собираю и даже не знаю, сколько их. Так, давай в магазин зайдем и посмотрим. Это предметы, да? Всего лишь 320. Ну, это вообще ни о чем, это мало. Так, 70 монет у меня. Ну, 70 монет я могу, например, взять вот еще 3 ДНК на Донателло. Давайте, наверное, так и сделаем, ребята. Приобретем еще, как говорится, 3 ДНК. И все, бакинских у меня 370, но мне нужно, ребят, 500. Так, здесь мы можем с вами, кстати. Ага, острозуба. Ну что ж, давайте возьмем 5 ДНК. Ну, а паукус нам не нужен, так как он у нас полностью. Кстати, можно будет взять, если накопим 500 ДНК, 500 долларов, 5 ДНК на Донателло. Но я думаю, что я его так смогу открыть. Тут три попытки у нас всего лишь есть, да, на открывание его. Я думаю, что вполне мы успеем за недельку, за другую его открыть. Кстати, смотрите, мы можем у Эйприл что-то выучить. Ну-ка, а, нет, ребята, у Эйприл ничего не получается выучить. Меня в смуту ввели. Так, у Рокстеди, смотрите-ка. Оу, кстати, вот этот вот неплохой... скилл, тепловая волна, да, он поджигает всех абсолютно. И вероятность 30% вызвать отложенный урон в течение двух ходов. То есть постепенно, да, получается. Тоже довольно заманчиво. Надо даже как-то над этим подумать, если честно. Смотрите, Ксевер Монтес. Вообще можно даже что-то два раза ему пропать. Елки-палки, сколько же всего у нас сегодня можно сделать. Так, о, а, нет, у Карайки мы с вами просто обмениваем. Так, здесь мы обменим. Давайте тогда будем вот сверху вниз идти и смотреть. Короче, я, наверное, все-таки прапаю вот эту вот тепловую волну. Да чтоб тебя! Про мутагента я совсем забыл. Тогда нам придется идти с вами на турнир. Кстати, в данный момент я нахожусь в Лиге Самураев 1 звезда. Это очень плохо, если честно. Это очень плохо, потому что так...
тут сколько? 7 минут на откатку? Ладно, хорошо. 35 уровни, да, здесь. Значит, мы будем с вами делать немножко по-другому. Я беру, короче, Донателло, возьму Крипа, Джастина, возьму морозильную кошку. И ко всему к этому я прибавлю, наверное, Бакстера Стокмана. Почему именно его? Потому что, я думаю, будет одного раза достаточно пустить волну или маузеров, и они все должны упасть. Логично? Логично. Проверяем, проверяем, смотрим. Ну, я был прав, поэтому все отлично. Я вот только не помню, нам вот за это дается мутаген или нет? Вы не помните это? Я, по-моему, думаю, что только... Ага, бонусный мутаген и сколько? 865. Мы сейчас с вами накопим как раз для очередного апа скиллов. И заодно перейдем с вами в Лигу Самураев 2 звезды. Так, давай смотреть далее. 40-й уровень, тут 37-й, 39-й. Давай-ка вот с этих, наверное, начнем, ребятулик. Возьмем, пожалуй, мы с вами Рахзара и... И кого же нам еще? Давай, так, так, так. Слушай, ну Рахзар, наверное, один не справится. Хотя почему бы ему не справиться, если мы возьмем к тому же, например, Армагона. Нет, Армагон это слишком круто для них. Давай возьмем что-нибудь менее сильное, например... Да вот, например, Рокстеди возьмем. Как раз проверим его тепловой удар. А ну-ка ся. Ну, естественно, сейчас нам придется встать в провокацию. Как ни крути. Вот так вот. Шикарненько. Так, это у нас лисичка, да, бомбит? Ладно, давай начнем с Мондагека, предположим. Даже ничего не случилось у нас, представляете? О, отлично. Так, иммунитет вешает, да? Понятно. Ну, до меня очередь-то дойдет сегодня или нет? Так, или так... Смотри-ка, у меня лиса контратакует. Давай вот так попробуем, ребят. Угу, отлично. Так, плевок или... Давай с разбега, наверное, да? Отличненько. Так, вот эти диски не нужны. Но у меня, ребят, слава богу, стоит этот Рахзар довольно спокойно и сильно. Так, добьем Мондагека. Угу. И попробуем, ребят, тепловой удар. Слушай, вообще классно. Вы посмотрите, я... Блин, ну Микеланджело, ну зачем ты... Ай-яй-яй, испортил мне, ребят, всю малину. Заодно посмотрю, сколько отнимает урон от постепенки. Так, надо нам кого тут бомбануть. Кто будет первым ходить сейчас? Давай на всякий случай уничтожим нейтрализаторы. Вот так вот. Ну, неплохо, я вам скажу, но хотелось бы, конечно, лучше. Массовая атака. Все равно у меня все выживают. Добиваем. И давай плевок в душу Микеланджело. Вот так, отлично. Мы еще и понизили ему атаку физическую. Так, что? Блин, бомбочка, ребята, бомбочка. Ай-яй-яй, Ксевер-то уже, ребят, на пределе. Мы можем его потерять. Я не должен вот допустить этого, так что... Чтоб сделать-то, я не знаю, давай так. Ага. И добиваем его суперударом. Все. Замечательно. Двигаемся с вами дальше. Кстати, мы сейчас должны, в принципе, перейти, наверное, всего на 2 звезды. Ну... По большому счету, так должно быть. А ну-ка, да. Не все гны, ребят, что я все путаю? В самурае, конечно же, в самурае. Так, и погнали. У нас 95 ранг, уровень. Я смотрю, вот здесь неплохой, да, для нас 39-й. Вилл, давай-ка мы попробуем с Виллом побороться. 39-й уровень. Мы берем с вами здесь тогда так. Я возьму Донателло 35-го. Возьму Пиццелицева, Слэша. И надо будет нам взять с вами, ну, предположим, здесь, наверное, можно и Армагончика взять, как говорится, не побрезговать. Все будет у нас хорошо, должно быть хорошо. Если мы еще успеем, кстати, Донателло заюзать на защиту к себе скилл, то это будет вообще великолепно. Хотя вот этого тоже будет достаточно. Крис тоже имеет, ребята, скилл на защиту. Да-да-да-да, конечно. А теперь мы бомбанем. Улыбнитесь, как говорится, да? Так, слышь, кого бы тебе бомбануть? Блин, я боюсь почему-то Стокмана с его массовой атакой. Ну, так, естественно, естественно, Эприл, ты посмотри, как она сделала. Она всех просто отхиляла за один удар. Блин, Донни оглушен. Этот еще контратаку вешает, да? Причем вешает... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, ребят, по-моему, тут будет... Сейчас Пиццелицева-то забомбят. Зачем я кинул-то? Сам виноват, короче, сейчас был. Зачем я... Бросил массовую атаку, зная, что у них висит контратака. Согласись, это было глупо. Ладно, давай попробуем. И всему виной Эйприл. Представляешь, почему я
отошел от своего принципа уничтожать всегда хилов, ребята. Вот за это я и поплатился. Но, тем не менее, Крис здесь выиграет. Он непобедим именно в данный момент. 71 уровень против 31. Надо думать. Давай тогда так попробуем. И да, вот это, конечно, ребята, у нас хреновый бой произошел, если честно. Ну, сами подумайте, да. Из всего отряда всего лишь двое выжило. Соответственно, тут даже за потерю одного бойца у тебя бонус не полный, минимальный. А тут, ну что, сейчас посмотрим. 95-й был, 89-й. На 6 ступеней, ребята, я поднялся. На 6. Ну, это, конечно, ни о чем. Хорошо, что бойцы у меня были слабенькие. И мне, честно говоря, не особо-то и жалко, что получилось так. Кто у меня там сыграл только? Крис. Ладно, мы берем с вами Карайку. Берем, наверное, здесь... давай, наверное, возьмем Тигра. И вот этих вот двух малышей. И сюда же плюсанем, наверное... Давай вот Шреддера возьмем. Давайте возьмем Шреддера классического. Так, поехали, ребят. Ну, конечно же, массовый крик. Ого. Так, стреляем Тигром. Так, минус 2. И я думаю, что это... Нет. Рокстеди, скорее всего, выживет. Ну, проверим. Проверим. Нет, никто не выжил. И мы проходим идеально с вами. Слушай, вот этих вот болванов, которые прыгают, а там прыгает именно Рокстеди с Бибопом, надо как-то усилить этот скилл, чтобы мы наносили побольше повреждений. Так, ну что же, поехали. Будем на этот раз брать, наверное, вот Эрик. Давай-ка с Эриком поделимся. Так, беру я здесь Ваньку Стиранка 60 уровня. И к нему в команду идет Бибоп, Мутагеноид, Леонардо и... Давай, наверное, еще одного Леонардо возьмем. А Рокстеди мы с вами оставим уже на следующий бой с другим каким-нибудь сильным игроком, персонажем. Так, поехали. Что такое? Блин, мы еще не первым ходим, да? Опять он вешает иммунитет на себя. Ладно, хорошо. А мы тогда вот так вот бомбанем. Неплохо. Так, Лео, ты сможешь, интересно, добить Микеланджело вот этого, нет? Отлично, все у тебя хорошо получается. Теперь мы делаем волну огненную. Так, что такое? Сплинтер, хорош усиливает своих ребят. Так, на крит атаку, да? На защиту сделал. Хорошо, давай мы с вами Рафаэля уберем отсюда, потому что он может захиляться сейчас. Все, хила больше не будет. И мутагеноид делает удар об землю. Слабо, очень слабо. Практически ни о чем этот удар был у него. Так, Рокстеди бросает в нас свои гранаты. Но, как видите, мы выживаем и добиваем, судя по всему, всех. Да, отлично. Ну что же, продвигаемся с вами дальше. Кстати, мутагена мы с вами уже, наверное, достаточно накопили, что мы можем с вами прапать немножко скилл. И в самурая 3 звезды мы с вами метим. Вот что я могу сказать вам с точной уверенностью. Ну-ка, смотри. Да, 41-42 уровень. А почему бойцы все бронзовые? Это непорядок. Серьезно вам говорю, это непорядок. Так, у меня уже откатился железная голова и зэк. Слушай, ну это вообще круто. До них я, естественно, с вами дойду, но попозже немножечко. Пока мы будем, наверное, вот с вами брать Рокстеди. Возьму я себе Усаги, Сплинтера, Микеланджело и можно... Да, я возьму Шреддера. Ну, на всякий случай, если нам придется с вами захиляться. Так, я что-то знакомая аватарочка, да? Ну что же, укрепляемся по-быстренькому, да? На это у нас способен Усаги. Причем довольно неплохо он делает. Жалко, конечно, что у него контратака только на одного повесилась. Ладно, ничего страшного. Так, массовый выстрел от Микеланджело. Практически все мы понизили защиту, вы сами это видите. Но здесь у меня другая дилемма. Давайте я, наверное, не буду тратить пока массовую атаку. Блин, что? Я же хотел не это... Да ёпрасоте, ну... Она же сейчас захиляет. Я хотел вообще-то массовую атаку применить после того... Ну, хотя бы одного уничтожили. Уже плюс. Увеличивает скорость, да? Блин, ну, естественно, значит... Хотя, подожди, ребята, мы можем... Нет, Сплинтер вряд ли, конечно, здесь ее сможет добить. Она хильнет, она хильнет. Почему я все время вот спешу, а? Думаю об одном, делаю совсем другое. Так, волна. Ты не припухли, родной мой, а? Бакстер. Смотри, что делает.
Фух, кого бы нам с вами заклепать? Давай, наверное, Мондагека. У кого тут? Нет, давай Эйприл. Отомщу ей, так сказать. Отлично. Так, я ей положу это у тебя. А, контратака якобы, да? Ты бьешься за своих друзей? Хорошо. Давай, Усаги, покажи. Да ладно. В первый раз вижу, чтобы он, ребята, не смог добить. Так, сниму я с себя, пожалуй, вот этот вот негатив, который на мне висит, постепенно урон и пониженная атака. И хиляться пока я не буду. Ну, не вижу смысла, пока здоровье у всех вроде бы нормуль. Так, Усаги, круто ты делаешь. Давай этому тоже. Вот так вот. Я сделаю, наверное, еще дополнительный баф. Нет, это не баф, ребята, это у нас атака. Баф у нас дуэт. Воу! Вот это Усаги Малорик. Так, возьмем провокацию. Отлично. Ну и будем потихоньку уже разбирать. Не спеша. Так, сделаем захил от Шреддера. Ну и все, теперь, ребят, мы с вами в куражах. И нам уже ничего здесь не страшно. Мы еще и пробафаемся даже. Вот, на защиту, на крит-атаку. Вообще на атаку у нас тут. Замечательно. Бой, конечно, какой-то у нас долгий с вами получается. Ну, Усаги молодец, да? За каждый удар по моему оппоненту он делает ответку. Вот за это мне Усаги нравится. Так, ну что же, мы с вами двигаемся дальше. Соответственно, поднимаемся по карьерочке и посмотрим, какая у нас будет сейчас позиция с вами. 19, я подозреваю, нам еще где-то боя 2 с вами сделать, и все у нас будет тип-топ. Давай-ка попробуем. Так, ну что, можно взять, в принципе, железную голову, но с железной головой я бы, знаете, что предпочел, наверное, сделать? Я бы предпочел выбрать самых-самых своих малышей, вот этих, предположим. Он один, наверное, не справится, да? Я рассчитывал, конечно, на выстрел ракетный, но я думаю, что вот так вот, с нейтрализатором, они, в принципе, вдвоем должны тут хорошо свою роль отыграть. Давай проверим. Так. Опа, опа, опа. Вот это не надо, не надо так делать. Ну что, рискнем? Блин, рискуем, конечно, мы с вами. Офигеть как. Массовые атаки. У кого? Ладно, фиг с ним. Беру провокацию, короче. Я рискую, ребята, очень сильно, но ничего не поделаешь. Так, попробуем, наверное, будем бомбить Донателло. Бомбить! Как-то нелепо, ребят, звучало бомбить. Так, смотрим. Вот, и теперь... Да-да-да-да-да, конечно, конечно! Давай мы еще вот так сделаем. Может быть, кому-то заблокируем способности. Не получилось. Провокацию я не собираюсь брать, а вот на добивку, пожалуй, я... Слушай, справится 30 уровень с 42-м на добивку на один раз. Проверим. Нет. Не получилось. Но если сейчас у меня железноголовый выстрелит ракетами, а он выстрелит, то все, конечно же, здесь упадут. Да, ребята, отлично. Все-таки малышей троих отыграл я, и я считаю, что это круто. Двигаемся тогда с вами далее. Попадем или нет? Да, ребята, нам достаточно было сделать один бой, чтобы мы попали в самурай 3 звезды. На этом жизнь не заканчивается, мы продолжаем, конечно же, бой. Так, у меня сколько здесь... Это 7 или 1? Не могу понять. По-моему, это семерочка, да, здесь стоит? 7 откатов у меня еще. Так я могу своих маленьких героев отыграть, получается? Ну-ка, дай-ка я проверю кое-что. Мне интересно это. Так, сколько тут? 23 минуты. А тут 7 часов. 23 минуты, 7 часов. Так, блин. 23 минуты. Ну, не хотелось бы тратить просто-напросто, понимаете? Из-за 23 минут можно будет подождать и потом смело сыграть еще раз. Ладно, я тогда сделаю немножко по-другому. Я беру, короче, здесь зэка. И возьмем... Давай-ка. Раз, два, три. Тут 45-й, 44-й уровень. Возьму кого-нибудь побольше, да? Вот давайте вот так сделаем. Змейка Вьюн будет у меня здесь. Он тоже имеет массовую атаку и будет неплохой добивальщик. После, естественно, зэка. А зэк всех сейчас замедлит. Причем довольно хорошо. Ух, он даже смог кое-кого уронить. Ну-ка попробуем. Вообще идеально было сыграно, и трех малышей мы отыграли. Вообще классно. Но дальше, конечно, будет рискованно, потому что нет у меня таких персонажей, которые могли бы наказывать с одного или двух ударов. Нет, мы можем с вами зэка и железноголового откатить. Тогда будет вариант. Так, 43, 46, 45 уровень. Это уровень, ребята, такой, на грани, так скажем.
Берем Кесси, беру я Рафаэля, возьму также Пита, голубя нашего. Ну, Пит, конечно, тут вообще ни в какие рамки не лезет. И делаем, короче, так. Я беру, достаю отсюда железноголового. Так, массовые тут есть. Да, тут у нас есть Ванька Стиранка. Он массовик затейник. Кстати, Микеланджело тоже. Ой, боюсь, Пит у меня здесь не выдержит, наверное. Я просто боюсь, что его сейчас уронят. И тогда вот это все на смарку. Весь вот этот бой будет у меня. Погнали. Так. Ай-яй-яй. Нет, все хорошо, все у нас хорошо получилось. И все они упали. Нормуль, отлично, двигаемся с вами вперед. Кстати, у нас испытание ежедневное, да, которое не ежедневное, а вообще испытание. Одно недопройдено. Помните, у меня закончился сыр, и мы с вами не смогли продолжать. Так что сегодня этим займемся дальше. Берем, наверное, с вами Селина. Ну, а почему бы нет? Возьму Селина и... Давайте уже, наверное, вот этих вот отыграем все-таки с вами. Так, Кунаичи, Бакстер Муха, у нас обычная Эйприл, Крысиный Король, и вместе с этим будет у меня, пожалуй, Карайка. Да? Стоит? Да, стоящее это дело. Я думаю, что здесь все выживут, выстоят. Будет только проверка, ребят. Давайте. Эйприл у меня как хиллер. Кстати, Бакстер Сок, он, не забывайте, тоже хиллер. Надо вот здесь вот уничтожить нам Эйприл в первую очередь. Получится ли? Что-то сомневаюсь. Блин, тихо. Смотри, начинается вот, ребята, у них. Вот начинается. Так, ну-ка, уроним. Уронили мы Эйприл. И вот теперь самое интересное. Что делать? Отхиливаться? Давайте, ну, я, наверное, все-таки отхилюсь. Да, я все-таки отхилюсь, потому что сейчас будет бить Донателло, скорее всего. А нет, мы еще успеваем с вами использовать силу Крысиного Короля. Опс, ну она такая слабенькая, что я даже не заметил никакого, ребята, урона. А вот что они сейчас вытворяют, это, конечно, жесть. Так, ну что, Рокстеди, пора тебе, пора тебе, пока он еще жив. На-ка. Так, Мондагека, естественно. А этот под уворотом у нас стоит, оказывается, хлюпик-то. Ладно, начнем с Мондагека волной, естественно, волной телепатической. Мы его уронили. Тут... Сможем мы, интересно, наказать? Если нет, потом, боюсь, нам будет больно. Слушай, мы успеем. Мы успеем, потому что потом будет еще Крысиный Король ходить. Так, а вот насчет него я как-то не уверен. Давай попробуем просто ладошкой. Так, постепенный урон его стопудово, ребята, накроет. Я караечка сейчас добью его. Отлично. Так, теперь можно хильнуться. Потому что нас много, он один. Это тебе не паладин, да? Куда ты со своей гранатой лезешь? Куда ты лезешь со своей гранатой? А вот скажи мне, кабанчик. Пивное пузо. Получи. Живет еще и радуется. Ну-ка. Вот, ты прикинь, да, как Крысиный Король своей телепатической вот этой вот атакой его пробил. Почти пол хп с одной плюшки. Это да, довольно хорошо. Слушай, может быть, мы все на сегодня попадем, а? Мне бы хотелось. Так, давай-ка, ребята, продолжать смотреть. И тут у нас уже, вот, 43-44 уровень. Довольно неплохо. И мы с вами возьмем. Так, Бибоп, Хан, Микеланджело. Возьм... Да давай вот этих всех возьмем. Что я тут буду думать, гадать, кого брать, кого не брать. Все у нас будет хорошо. Так, массовиков-затейников нет? Нет, тогда давай делать на уворот, на уклонение. Так, дальше мы с вами давай снизим защиту им всем. О, даже атака. И начнем бомбить потихоньку массово. О, отлично. Так, нам нужно кого накрыть? Можно, в принципе, Шреддера нужно уничтожать. Не успеем, наверное, да? Успели, отлично. Он бы мог захиляться или сделать массовую атаку, а теперь он уже ничего не сделает. Так, Мондагека ускоряет время. Мы с вами сделаем массовую атаку. Ох, как четенько-то прошло все. Теперь, ну, я уже понтуюсь, ребят, понтуюсь. Тыдич пробили, и Мондагека, я думаю, сейчас упадет все-таки. Да. Слушай, всех практически отыграл. Там еще остались, конечно, малыши, но их можно отыграть только с Леонардо, если мы будем его в откат делать. И есть вероятность, что мы в Сёгун попадем. Блин, 27 секунд или сколько минут, там, конечно, это долго ждать нам придется. Ну, давайте пока, наверное... А, я хотел же выучить скилл какой-нибудь. Давайте посмотрим какой-нибудь, какой мы там хотели, у кого... Угу, вот здесь я хотел навыки и давайте вот эту тепловую волну. Вау. В
Вторая ступень. Это вероятность 40%. Практически половина. Но, конечно, хотелось бы еще на самом деле. А только... Ну-ка, дай-ка я гляну. Гляну кое-что. Сколько нужно там для того, чтобы еще на левел прокачать? Нам нужно найти двое очков и магнитофон 5 штук. Ага. Двое очков, да? Ну-ка, давай попробуем. Дудки, не прокатило. Дудки опять. Хорош, дайте мне очки-то. Так, одни 3D-очки я уже нашел. Ну ладно вам, ну серьезно, дайте мне. Не хотят. Специально, ребята, у меня откатов очень мало. Так, по одному находим. Да что ты будешь... Сотовый этот телефон, он мне... Мне не нужен ваш сотовый телефон. Да вы дайте мне очки-то, говорю, а. Ты посмотри, а. Блин. Вот, блин, горел, ну ты посмотри. Вот, вот они, ребята, очки я нашел. И что-то нужно еще. Так, 5 магнитофонов, 5 магнитофонов. Поехали. Понятно, не вышло. Ребята, у меня кончаются порталы, у меня последний. Пульт. От чего пульт? От телевизора? Я вообще-то, честно говоря, думал, что это магнитофон. Ладно, все, ребят, порталы закончились. $500 пока не накоплю, порталов я фиг получу. Блин, обидно. Трындец. Что тут у нас у змей Ковьюна? Опа-на. Так, в начале хода есть вероятность 10% увеличить силу воздействия союзников на 20% в течение 2 ходов. Что такое сила воздействия, интересно, а? Опа-на, у Майки что у нас? Вот, вот это я понимаю. Вот это я обязательно буду выучивать. А ну-ка, 50% или сколько сейчас будет? Ну-ка. Да, ребята, улучшаем уклонение на 50%. Это вообще шикарно. На 50%. Ровно в половину. Так, смотрим, что еще мы можем. Что-нибудь здесь где-нибудь кому-нибудь. Я вижу, что можем у Донателло классики что-то сделать. Ага. Можем и этот удар, и вот этот. Давайте, наверное, цикл вращения, потому что он все-таки массовый. А вот так вот. И у нас хватает даже на прыжок с шестом. Хм. Забавно довольно-таки. Отлично, прапали. Так, давай смотреть далее. По-моему, все, ребят, мы, наверное, с вами весь арсенал свой потратили. Сейчас мы убедимся в этом лишний раз. Ну да, получается, что все. Ни у кого больше ничего мы выучить не можем. Жаль, конечно. Но в то же время я уже спокоен. Так, теперь мы с вами отправляемся на испытание. И это, по-моему, у нас силы природы, да? Мы где-то здесь с вами становились. Вот. На Донателло. Поехали. 8 сыра у нас есть. Так, что это? Что это здесь такое? Это ненормально. Такого не должно быть. Вот кто должен быть у меня в команде. Поехали. Кстати, я хоть смогу забомбить ту самую химеру. Или же нет? Проверим. Так, начало, да? Начинается с грибов все. Молодец, Раф, отлично. У него, не забывайте, ребята, 100% контратаки. То есть никто не уйдет от его удара, если кто-то бомбанет по нему. Так, они под защитой, да, все, я смотрю? Ладно, хорошо. У нас с вами... здесь есть хиллер один. Блин, да что такое, что ты мажешь-то? Даха... Ах ты, вот оно что, ребята, они под уклонением стоят. Они все стоят под уклонением. Я могу только одно себе позволить, это вставить блок, но зачем? Так, молодец, молодец, Лео. Слушай, ну посмотри, какое крутое у них, ребята, уклонение, а? Насколько, интересно, процентов? Насколько оно ставится? Ну-ка, поджарим, может, сгорится? Нет, мимо и все тут. Блин, да что ж ты, а? Ну, давай попробуем вот так вот пробить, что ли, я не знаю. С удара снес. Так, переходим на вторую волну. Если, конечно же, они будут вот эти вот все герои ставить себе уклонение или какое-нибудь там еще, то да, тут шансов у нас мало на победу. Так, бомбим. Дальше что можно сделать? Можно было бы взять, ребята, по идее, провокацию. Но пока вроде бы нормуль. Еще если мы с вами хильнемся маленько, будет все нормуль. Так, вот уже опасно. Нам еще, ребят, с вами повесили антибаф на меткость. То есть мы теперь стали хуже попадать по врагу. Минус.
Так, ну этого добьем, Ханорика. Никуда она от нас не денется. И переходим с вами на третью волну. Третья волна, и погнали. Ты что? Ну давай волну вот эту вот такую. Прикинь. Ребят, прикиньте, вообще все как будто мимо. Так, ну хотя бы попробуем Леонардо бомбануть. Угу. Ох, сейчас будет. Так, это, по-моему, на... А, на скорость. Скоростью ворот, да, он поставил себе? Этот уходит в инвиз. Типа невидимкой стал, ладно. Так, Зек. Твою ж маковку, ребята, мы Зека лишились только что. Прикинь. С плюшки его просто снесли. Ну-ка, давай так бомбанем. Ух, я даже... Давай, давай. Последнюю свою надежду Маузера. Что это вообще такое, я не понимаю. Знаете, такое ощущение, что мои удары здесь вообще ни о чем для них. Хоть они 75 уровня. Ну вот, ребят, мы дошли с вами до Химеры. Не забываем, Химера здесь будет атаковать нас, наверное, по два раза, потому что у нее якобы преимущество перед нами. Я возьму провокацию для начала. Вот так вот. И давай начинать уже бомбить по ней все-таки. Так. Ого! Слушай, он крут. Стокман-то, ты видел, сразу половинку хп отнес. Нормуль. Так, здесь мы почему-то мажем. По непонятной мне опять же причине. Даже Леонардо с вертушки не отнимает, ребята, столько здоровья. Так, вот теперь, если мы доживем, нам обязательно нужно захиляться. Ну-ка, пробьем. Есть. Рафик, молодец, пробил все-таки Химерку. Ну что же, отлично. Две звезды, конечно, получили. Зек у нас не дожил до финала. Но, тем не менее, Донателло видение нам достается. А дальше, я думаю, и смысла нету, да? На эпизод 8 идти, где... Какие уровни, интересно, тут, а? Хм. 85-й. Нет, нет, нет. Это смерти подобно, туда суваться. И, к сожалению, у меня, ребята, нету этих телепортов, да? И я не смогу, например, пофармить. Вот здесь вот хотелось бы, конечно, карточки все эти поюзать, потому что сыр у нас все-таки остается, а использовать я не могу. Также не могу потратить и пиццу. Да, без этих телепортов ничего я не могу сделать, получается. Ну что, давайте тогда посмотрим, что у нас тут творится. Откатилось, не откатилось наше счастье. Так, 10 минут. Ладно, ребята, была не была. Беру я, короче, и делаю вот так вот все. Я просто хочу в Сёгуну зайти. Остановиться на Сёгуне. Поехали. Сейчас будет бомбочка от Зека, потом сразу же вертушка от Леонардо. Все будет хорошо. 48 уровень здесь упадет просто-напросто. Сразу же. Но. Ну вот, об этом я, ребят, вам и говорил. Ну что же, давай посмотрим, в Сёгуне, не в Сёгуне. Можно будет еще, кстати, один будет сделать, закрепляющий, так скажем. Ну-ка. Какая позиция? Так, 90-е. Ладно, ребят, я сделаю, наверное, еще один бой, да? Опять же возьму Леонардо вместе с Зеком. Это такая вот беспроигрышная команда, скажем так. Мне бы, конечно, Зека еще в платину перевести. Наверное, вообще было бы нехило. Вот таким вот образом мы с вами сделаем. Ну и поехали. Главное, что мы сегодня с вами, ребят, Армагона перевели... Как говорится, в золотой ранг. Это уже хорошо, мы его можем дальше качать до... Вплоть до 80 уровня. Все. Ну, вы видите, ребят, это беспроигрышная команда, когда идет Зек и Леонардо в одной пачке. По крайней мере, до где-то 60 каких-то там 65 уровней. Это беспроигрышная команда. Ну что, друзья, я думаю, что нам надо, наверное, закругляться на этом выпуске, потому что я сделать сегодня уже ничего не смогу. Как говорится, ни откатов, ничего у меня нету. Увидимся уже в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.